Друзья мои дорогие, добрый день, с вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчано-Терми. Для тех, кто первый раз попал на мои первый, второй, третий каналы, я хочу представиться, я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. Ну и, как всегда, под сюжетом в описаниях я оставлю ссылки на все мои три платформы на данном ресурсе, и там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Так, друзья, я хочу записать небольшой анонс. У нас 25 числа, 25 ноября начинается конгресс. Сейчас я запущу небольшую рекламу. Я вот именно вот в этой гостинице, прочитайте, пожалуйста, все четко написано на заставке, пройдет конгресс 25 и 26 ноября 2023 года. Будем очень рады, если вы увидите. Ну, это в первую очередь, конечно, будет интересно тем моим подписчикам, которые проживают в Италии, в первую очередь тем моим подписчикам, которые проживают в Риме. Друзья, значит, он будет проходить в Риме, этот конгресс 25-26 числа ноября, под патронажем профессора, психиатра Алессандро Милуцци. Значит, те мои подписчики, которые давно следят за моими каналами, вы его прекрасно помните, мы с Машей Шукшиной брали у него интервью. В общем, сейчас он сформировал новое политическое движение. В общем-то, это за конституцию, за соблюдение законов и так далее, и так далее. В этом конгрессе примет участие огромное количество адвокатов. Эскулапы будут пренепременно такие же, как и он. И, конечно же, мой друг Роберто Нуццо. Опять же, хочу сказать, что мои подписчики, которые не первый день следят за моими каналами, вы Роберто Нуццо помните прекрасно, военный летчик. Поэтому, если захотите принять участие, 25 число, адрес я оставила, мы будем ждать вас всех. Спасибо вам большое, спасибо, что смотрите. Я вас очень люблю, и мы с вами увидимся завтра.